Анастасия, поздравляем вас с победой в данной номинации «Лучший защитник чемпионата». Поделитесь своими эмоциями, то есть пылу жару. Спасибо большое. Эмоции самые замечательные. Приятно осознавать, что твой труд вот так вот окупается. Это очень здорово и очень приятно. И приятно ощущать поддержку от всех. Это все благодаря им, тренерам, болельщикам, девчонкам. Я очень рада. Надеюсь, это будет не последняя награда. И в чем формула успеха «Динамо», потому что уже 3 из 3 номинаций забрали краски представители «Динамо» БГУФК? Формула успеха. У нас собрались самые лучшие девушки, мне кажется, которые могут быть. Это и есть залог успеха. Ну и заключительный вопрос. Что вы хотите передать фанатам минского «Динамо»? Их не было на секторе, но они поддерживались всячески, перформансы. Я думаю, что вам это точно импульс придавало. Да, конечно. Наши фанаты самые замечательные. Они делали только все, чтобы мы чувствовали их поддержку. Даже когда их не было рядом с нами, мы ощущали эту поддержку. Это очень приятно, и спасибо им огромное. И ждем вас в следующем сезоне. Спасибо вам и с победой еще раз. Спасибо большое.